Ну, только самые положительные эмоции могу сказать. Первая игра при домашних трибунах. Я думаю, что как такового футбола в целом не получилось, но самое главное было желание, борьба на каждом участке поля. Где-то нам повезло, ну, везет, как говорится, сильнейшим. Я думаю, что мы выиграли заслуженно эту игру. Как ты думаешь, у этого соперника есть шанс в этом сезоне побороться за место в тройке? У Зимбру? Да. Да, понравилась эта команда. Молодые игроки, довольно-таки неуступчивые. То есть понравилась команда, я думаю, что они будут бороться. О чем ты думаешь, выходя на поле? Ставишь перед собой цель забить гол или действуешь, исходя из ситуации? Ну, наверное, на моей позиции любой игрок текущего плана он хочет забить. Но здесь другой еще момент. Тут у нас коллективная игра, то есть поэтому, естественно, хочется забить, но хочется приносить по максимуму пользу команде для того, чтобы набирать как можно больше очков. Тем более, это, я говорю, первые 2-3 тура, они как бы решающие. Нам нужно по максимуму очков набрать. Там уже, понятно, забивать хочется. И думаю я об этом постоянно. В одном из своих интервью ты сказал, что для нападающего голы не пахнут. Почему? Ну, это не мое выражение, это до меня люди говорили. В плане того, что любой гол, как ты его там забил, 40 метров или ты там с метра забил, то есть это гол, и все. То есть для нападающего самое главное, чтобы он был, и все. А как ты его забил, это уже не важно. То есть количество важнее качества. Да. В следующем туре Милсами на выезде встречается с Петракубом. Насколько тебе знаком этот соперник? Ну, я в 2016 году возвращался уже в чемпионат Молдавии. Команда тоже, я считаю, что сейчас вот осталось 8 команд. Мы берем так в сторону хотя бы Шериф один, все плюс-минус, команды укомплектованы, бьются, кусаются, дерутся. То есть, тем более сейчас первые туры весеннего чемпионата, будет очень тяжело, я думаю. Тем более на выезде у них играть, я думаю, что они захотят перед своими болельщиками тоже реабилитироваться. Вот, ну, мы настраиваемся, готовимся самым серьезным образом, поэтому никакой там эйфории нету, вот выиграли игру и все. То есть готовимся к Петрокубу, настраиваемся. И вот касаемо реабилитации, как ты думаешь, вот они в прошлом туре очень крупно проиграли Шерифу. Это поражение выбило их из колеи или наоборот будет больше мотивировать для того, чтобы достигнуть победы? Да? Ну, они играли там в манеже. Сейчас мы будем играть уже на натуральном поле, там уже совсем другой футбол будет. Я думаю, Шериф бы, если бы играл на выезде у них, то такого счета не было бы. Потому что манеж это совсем по-другому. Там и дышится, и бегается, и это синтетика. Поэтому я не думаю, что их эта игра выбила из колеи. Как-то наоборот, наверное, только раззадорила. Отлично для тебя качество поля, насколько влияет на показатели игры? Ну, это как общая команда в целом, если плохое поле, там особо не покомбинируешь. Только, как говорил один тренер, короткая 40, длинная 60, и все, борьба вверху. Поэтому тяжело на полях там неровных что-то показать, какую-то зрелищную игру. Поэтому я говорю, сейчас будет очень много борьбы за каждый участок поля. И тут на первый, наверное, план выходят бойцовские качества и командный дух. Вот насчет командного духа. Какая атмосфера сейчас царит в Милсами после победы? Как вы готовитесь к грядущему матчу? Ну, сейчас уже все успокоились, то есть все понимают, это первая игра, выиграли хорошо,
Все, идем дальше, забыли, готовимся к следующей игре. Я думаю, это нормально. День-два, какой-то, не знаю, легкая, не то что эйфория, так смеемся, улыбаемся, это же тоже как бы переносится победы. Все равно хорошее настроение, атмосфера в команде хорошая, то есть позитив. Позитив сейчас, ну, опять же, ближе к игре уже, там уже больше, уже начинаешь концентрироваться и готовиться уже даже просто психологически к игре. Угу. То есть предыдущие победы будут больше мотивировать команду, и чем лучше атмосфера, тем лучше игрок. Ну, конечно, это же как в любой работе. Если получается, то наоборот, у тебя дополнительные какие-то эмоции. Всем известно, если эмоциональная составляющая человека на хорошем уровне, то все и получается, и в работе, и работается, и бегается легче.